Приветствую всех, с вами как всегда канал Деньги в интернете, и сегодня я расскажу, как можно заработать на вот этой вот вкусной жареной курочке, ресторан KFC. Вам не потребуется стоять у кассы, раздавать какие-то листовки, убирать мусор, это работа чисто в интернете. В общем, вы узнаете сегодня, как зарабатывать на KFC. Приступим! Для начала воспользуемся поиском офферов. Напишем KFC и посмотрим, что нам предлагают. Работа в KFC, заявка соискателя на работу в компании KFC, оплата 225 рублей, KFC гифт-карты, розыгрыш призов, $60, 78 рублей. Ну и другие офферы, которые сейчас не активны. Перейдем работа KFC и посмотрим, в каких партнерках это есть. CPA Hub и Action Pay. Action Pay ненадежный партнер, CPA Hub давайте посмотрим. Закрываем этот сайт, переходим в CPA Hub, открываем офферы, все офферы. Спускаемся ниже и замечаем KFC Recruiting. Подтвержденная заявка 130 рублей. Ваша задача – привлекать работников в ресторан KFC. Существует сайт kfcjobs.ru, и здесь можно оформить заявку. Вот так будет выглядеть страница, на которой вы будете привлекать заинтересованных людей. Чтобы направлять трафик, вам потребуется воспользоваться данной ссылкой, при переходе по которой будет отслеживаться то, что вы привлекли этого человека. И когда он оформит заявку и подтвердит ее, вам капнет 130 рублей. Отмечу, что дата окончания работы данного оффера 24-й год. Еще кучу времени вы можете зарабатывать таким образом. Здесь используются специальные идентификаторы, при помощи которых вы можете отслеживать статистику, улучшать качество трафика. Здесь же смотрим, кто требуется. Возраст от 18 до 60 лет, гражданство Российская Федерация, разрешенный и запрещенные типы трафика. По ссылке вы можете скачать баннеры и разместить их на каких-либо сайтах. Здесь же видим ссылку на публичную статистику. Это для партнеров. Лимит заявок и сколько заявок на август обработано. В Москве лимит 300 заявок. Балашиха 60, Королев 15 и вот другие города: Сочи, Новосибирск, Набережные Челны. Ориентируясь на данный лимит, вы можете рассчитать рекламную кампанию, сколько человек можно привлекать, чтобы не быть в пролете. А теперь переходим к конкретной схеме заработка. Существует доска объявлений Авито, ну и другие доски объявлений всякие разные. Давайте напишем KFC, просто в поиск. И посмотрим, что нам выдается. Сразу VIP-объявление, требуется сотрудник. Спускаемся чуть ниже. Еще одна вакансия KFC. Еще одна сотрудник ресторана KFC. Следующее объявление. Еще одно. Давайте перейдем по VIP-объявлению. И я вам покажу, что здесь к чему. Вот так оформляется пост. Размещено 20 августа, 1764 просмотра. Замечаем следующее описание. Компания с мировым именем приглашает на работу. Станьте частью команды KFC уже сегодня. Работай с друзьями. Заполни анкету на сайте KFC или позвони для записи на собеседование. Требования: активность, ТРМ-ПРМ, обязанности, все это по-простому, и хорошая зарплата стоит. И я хочу обратить ваше внимание, здесь стоит кнопочка «Заполни анкету». После того, как мы на нее нажимаем, переходим по партнерской ссылке, как раз таки на сайт, подобный этому. Просто используется другая партнерская программа или иной маркетинговый ход. Это точно такая же форма заполнения анкеты. Вот, посмотрите. После того, как я отправляю заявку, со мной созваниваются, записываюсь на собеседование, и человеку, который выложил данное объявление на Авито, капает 130 рублей, может быть даже чуть больше в другой партнерке. Потому что я обратил ваше внимание, что в двух партнерках на данный момент есть этот оффер, ну и в других, конечно, тоже есть. Здесь платят 130 рублей за конверсию, в той партнерке чуть больше 200 рублей. И таким образом люди зарабатывают деньги. Здесь также написано, что можно созвониться. Это работает следующим образом. Вы выложили объявление, принимаете звонок, получаете информацию и сами заполняете заявку. Затем с человеком связываются, он подтверждает свое желание работать в KFC, и вам приходит оплата. Но отчасти это может уже считаться мотивированным трафиком, поэтому стоит согласовать с партнерской программой. Теперь по поводу других партнерских программ. Не только в сети CPA Hub существует оффер KFC. Бывает еще огромное количество партнерок. Можете перейти на наш сайт YouPartner Pro, раздел «Партнерские программы», и здесь посмотреть, какие партнерки существуют. Затем у них можно подобрать оффер, который интересует. Хочу вам показать еще партнерскую сеть Admitted. Перейдя в раздел «Каталог программ», можем в поиске написать то же самое, KFC. Смотрим. И здесь доступно целых 3 оффера KFC. Два из них индийские, по разной модели оплаты. Я не знаю валюту Индии, но здесь платят 45, здесь 35. Давайте посмотрим самый первый оффер. Что нам предлагают? Обязательно обращаю ваше внимание.
на каталог городов, и генерировать диплинк нужно в рамках каталога Delivery, то есть доставка KFC. Здесь имеется еще бонусная программа, можете ее почитать, но по поводу KFC Delivery. Это доставка американской сети кафе общественного питания, специализирующаяся на блюдах из курицы. Компания KFC была основана предпринимателем Харландом Сандерсом, начавшим продавать блюда из жареной курицы во время Великой депрессии. Ну и здесь другая информация. Данные по целевой аудитории. Интересуются родители с детьми, молодые люди, студенты от 16 до 23 лет, работающие жители столицы от 23 до 37 и клиенты старше 37 лет. Здесь преимущество работы для партнеров и преимущество для пользователей. Чтобы начать работу с этой партнеркой, вам первым делом потребуется регистрация, затем переходим на офер, нажимаем «Подключиться», рассказываем, как будем направлять трафик, будь то доски объявлений или социальные сети, группы. Если вы имеете свою группу в ВК, можете просто оформить такой пост своеобразный, требуются сотрудники в KFC. Можете приобрести пост в группе «Подслушано», например, «Признавашки» какого-то города. В правилах это не запрещено, вот виды трафика. Разрешена группа в социальных сетях? Да, можно. И таргетированную рекламу, и в приложениях. И всякое разное, почитайте здесь, что можно, что нельзя. Ну а по поводу того, сколько вы будете получать, это 30% за нового клиента и за старого 15%. Это шикарно просто. То есть вы привлекаете человека, который хочет заказать KFC на дом, получаете 30% с его заказа, то есть он на 1000 рублей заказывает, 300 рублей вам отдает партнерка KFC. И если этот человек еще в будущем оформит заказ, вы с 1000 рублей будете получать 150 рублей. Таких клиентов найти несложно, имеются также рекламные материалы, вот они классические, я много раз видел на различных сайтах, всяких размеров, можете тоже их использовать. Давайте подведем итог. В KFC можно не только кушать, но и неплохо зарабатывать деньги, причем сидя дома, просто оформляя различные рекламные кампании, приглашая туда друзей и знакомых. Это может быть предложение о работе в KFC или ссылка на сайт с доставкой. В общем, каждый из вас реально сможет заработать деньги. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк и делитесь им с друзьями. А с вами был канал «Деньги в интернете». До новых встреч!